Здравствуйте. Что-то тюкает? Тишина, да? Перестали ходить. А? Перестали сюда ходить. Перестали, да? Вон здесь по 15 человек собиралось. Ага. Вчера человек 8-10 было. Ну, отловили, я и знаю, потом вчера. Ушли. Не, ушли. Ушли, да? Да, все разошлись. О, а то говорят, что это самое. Не, я уже сколько хожу. Ага. Четвертый день вроде. У МЧС, говорит. Там ловил, вот у башен я ловил, вот здесь. Ага. Вот щучку там поймал. Вот, Ваня, говорят, на Лима вытащил. Ага. Вот, это, который с ребенком. Ну, понял. Вот. Здравствуйте. Это, как его? Окунь брал. Хорошо. Женщина наловила на безмотылку, а у меня 25 окуней вытащил. Некоторые хорошие. И я тоже отошел. А теперь сюда не ходят. Вчера человек 8-10 здесь сидело. И потом ушли. И ушли, да? Понял. Да, сегодня никого нет. Вот так. Ну, тут худо-бедно натрес. Приехал я сегодня на мотособаке чуть ниже. Получается, Гимса. Это сейчас вот я нахожусь. Пришел сразу, в принципе, со второй лунки. Поймал одного небольшого окунечка. Ну, думаю, сейчас клев начнется. Ага, сейчас вот лунку просверлю. Ну, пару мелких и вот два более-менее. Ну, три окуня и одна сорожка. Сегодня окуней буду брать. Хочу попробовать все-таки их скушать. То есть проверим, насколько они вонючие, не вонючие. И либо покопчу. И вот один с лунки и все. Больше не берется. Ловись, окунь большой и очень большой. Вот. Вот один с лунки. Ну, хороший. Опа. Ушел. Балансир, наверное, скорее всего. Вот. Вот такой вот рыженький. Вот тычок был на балансир. Хороший знак. Здесь он. Второй тычок. Свежая лунка. Он хороший парень.
Кто умеет, тот ловит. Вот и оборвался на узле. То ли на узле, то ли просто леска не выдержала. Порвалась. Надо перевязаться. В принципе, я уже на копчушечку насобирал. Цель свою я достиг. Да, был узел. Вот узелок был. И по узелку порвалось. Ладно, хоть рыбку не упустил. Привязываю я глухим узлом. Покажу мастер-класс. Протягиваю в ушко. То есть здесь без разницы, с какой стороны. Руки мокрые. Вот. Обматываю несколько раз вокруг основной лески, образовавшийся кончик. Блин. Раз, два, три, четыре, пять. Вот. И этот же кончик просовываю вот в образовавшуюся петельку. Вот сюда. И все, и затягиваю. Узел крепкий, никогда в жизни не рвался он у меня. Ну что, продолжим? Или будем сверлиться сейчас снова? Почему-то ему надо мотыля. Не хочет он на голый без мотыл. Все ради вас, дорогие друзья, чтобы был контент. Там без рыбалки и без на рыбалке и без рыбки что-то как-то неинтересно. Я уже думал, сегодня день в прогаре. Нет, что-то поклевывает. Но не факт, что он клюнет еще. То есть надо перебуриваться на новую лунку, скорее всего. Сейчас еще 2-3 проводки сделаю. Если не скажется, то придется перебуриваться. Ну, запущу еще ратлин, пока там лунка остывает. Нет, не остыло пока. Ну, хорошие парни. Такая рыбалка мне нравится. Хорошо, когда клюет. И рыба такая достойная. Не малявочки. Это за то, что я отпустил двух маленьких. Вот они мне привезли своих родственников. Вот еще есть. Лифт. Будем надеяться, что не последний.
Да, есть. Но на железо тычет, а не берет. Радует меня река Вологда в этом году. Да я, в принципе, раньше все на озеро ездил. А в этом году у нас на Вологде рыбалка отличная. Рыбка клюет. Что еще нужно? Так, что затихло? Мотылика свежего подсадить. Нет, не затихло. Свеженького подсажу. На железо вон ребята трясут. Еще не видел, что вытащили. А да. Вот где-то здесь он. Вот в этом месте. Там нету. А там сорога дальше. И на безмотылку не хочет. Подсаживаешь. Вот поклевки пошли. Я тоже. Возьмите мотыля-то. Мотыля, да? Я подсаживаю одного мотылика. Ну. На безмотыл чистый не хочет. Вон, берите бурта. Бурта берите. Все, подзатих. Лифт кончился. Ага. Оп, нет. О, хорошо давит. Ровненькие. У меня канал в Ютубе. Вчера, говорят, ты по 400 грамм сказывался. Здесь? Да. Угу. Свежий, ага, я его взял специально. Я тут, там у моста сидел. Угу. Это самое, все. Угу. Так это самое. Вот это, но. Я 8-го ехал, там духой наружу. Вот я 8-го был, снимал это видео. Нет, так муравей, блядь. А, это Островского? Нет, или наши чит кто-то делает? У меня гвоздикубик, и это самое, гвоздишарик. Латунный. Желтый пробовал. Ага, вижу. Желтый пробовал, не хочет на желтый. Я пришел сразу, воткнулся в эту, одного вытряс на балансир.
А? Любит, любит. Я тоже все опарика подсажу и все. А тут это вчера зашел, это специально взял. На всякий пожарный. Вот и не прогадал. А здесь не выходило, да, окунь тебе не выходил? А? Не выходил окунь вчера? Окуня-то не было вчера здесь? Нет. А где ловили-то тогда, интересно? Ловят так изредка. Нет, а вытащат тоже. Опа, по губам. Что? Оборвал мормышку, походу. Мормышка? Но. Щучка. Может, щучка прихватила, да? Губами, второго я уже такого слил сегодня. А? Вторую слил мормышку уже. Все, да, вот был, наверное, выход у него, и все. Это не то, что это, напарник, двое другу. Поехали на рыбалку, клёв будет отличный. Сейчас подожди, с женой посоветую. Звонит, не поеду, а чего? Жена разрешила водку дома пить. Да. Не услышал, как наливали, да? Все, нет его здесь. Вот я думаю, в ту сторону надо двигаться. Вот туда надо двигаться. Вот и есть. Ушел. Еле-еле засекся. Ну что, закончилась свою рыбалочку. Рыбалка состоялась. Рыбалка была во. Выходом, как на озере. То есть он вышел где-то на 15 минут. Все, вот с двух лунок я, грубо говоря, поймал. Два пирсинга, две мормышки ушло. Подошла то ли щука, то ли что. Один обрыв был на узле, это точно. Вот. И щука подошла, разогнала. Потом еще одного я слил в лунке крайнего. Обидный, конечно, сход. Прямо в лунке отцепился. Ну ничего, не горюю. Взял себе десяток на копчушку. Покопчу, скорее всего. Съездим с женой в лес, возьмем копилочку на собачке. Все это дело сниму, как мы отдыхаем. Вот. Так что подписывайтесь на мой канал, смотрите мои видео. Все, всем пока, всем ни хвоста, ни чешуи. Смотри, что-то утром пролетел. Хоть бы махнул. Я уже сложно увидел. Что-то ловится? Привет! Иди катайся. Ох, вы каких наловили-то. Это на что ты наловил? Балансир? Ну, одну поймали на наживке, а принялся на балансир. А-а. А? Неплохой. Привет. Очень хороший. Сколько что мало? У мясокомбината. Выход был 10 минут. Максимум 15. На мормышку гвозди шарик латунный, на желтый нет, с мотылем. Я буду знать. Да. А что я туда сходил, в парк мира, там сидят чека три. Они сидят ни одной поклевки, я пришел, четырех подлещиков вытащил, этих, без сыры. А что там? Крупная, мелкая? Да, в Сабожске.